конкурса. Мы представляем группу поддержки Шинкаренко Юки. И мне хотелось бы вручить этот чудесный торт. Он не такой классный, как и Юля. Честно говоря, Юля действительно невероятный человек. Она поражает своей спонтанностью и чувством силы и воли. Также хотелось бы отметить, что Юля невероятной красоты. С первой встречи я поняла, что она незабываемый человек, который удивляет, поражает, дарит положительные эмоции, впечатляющие воспоминания. Юля – это та, которая останется в вашем сердце надолго. Вы никогда не забудете, ведь именно она дает те самые воспоминания. Она неотъемлемая часть нашей жизни и по-настоящему нужна нам. Мы любим Юлю. Никто не видел Юлю. Вот она, Юлика. Вот, Юля. Юлика, спасибо большое, да. Евгений все больше расплывается в улыбке от того, что за второй торт его.